Всем привет, дорогие зрители! Я сегодня приехал в район Махмутлар, нашел здесь очень хорошую, просторную, четырехкомнатную квартиру 3 плюс 1 в одном из хороших или лучших проектов района Махмутлар, в проекте Торос. Здесь очень большая территория, есть несколько бассейнов с водопадами, горки, крытый бассейн, сауна, хамам. И тому подобное. Потом я спущусь, покажу вам и территорию. Ролик не закрываем, ставим лайки, комментируем и подписываемся на наш канал, если все еще не подписались. Квартира находится на 5-м этаже, но так как здесь возвышенность, она как 6-й или 7-й этаж, чем другие проекты, которые вы видите. Отсюда я вижу море, также вижу соседние здания и кусты банановые. Также вид на горы. Балкон застеклили. Теперь, дорогие зрители, оцените мою новую шляпу. Наш любимый подписчик принес мне подарок. Спасибо ему, если он смотрит мой ролик. Так. Квартира большая. Продается под ключ. Пока что в этом районе ВНЖ не выдают, заранее сказал. Там не было никаких вопросов. Первый огромный балкон. Покажу нижнюю часть. Порой мне говорят, почему я не показываю именно пол. Вот. Я читаю все комментарии. На все вовремя ответить не могу. Квадратные метры здесь где-то 16. Вся площадь. Зайдем в спальню. Вся полезная площадь в квартире где-то 155-170 квадратных метров. Здесь у нас 17 квадратных метров. Первая спальня. Сторона юго-западная. Там юг, здесь запад. Еще она смотрит на восток. Юг-восток, юг-запад. Хозяйская спальня со своим санузлом. Вот большой санузел, не маленький. Большая душевая кабинка. Стоит проточный водонагреватель именно для этой душевой. Также, кажется, здесь система комби, бойлера не поставили. Вторая большая спальня. Глянем, куда смотрит. Смотрит на запад, на горы. Пол показал, покажу и потолок. Просторная. Коридорчик хороший. Третья спальня, да? Да, три спальни. 1, 2, 3. Из одной только выходит к балкону. Здесь тоже то ли 20 квадратных метров. Мне кажется, поменьше сказал вам. Давайте отмерим. Это один из проектов, который квадратный метр больше, чем в других проектах. 22 квадратных метра, дорогие зрители. У нас здесь 22, там по 18, значит. Очень хорошая прихожая, встроенный шкаф, вот. Второй санузел, джакузи, шпяк-шпок-шпук. Мне эта квартира очень нравится уже. Здесь отдельная кладовка, стиральная машинка. Глубокий шкаф. Ставьте ненужные вещи. Стиральная машинка фирмы Siemens.
На этаже две квартиры. Годовой айдат здесь 9000 лир. Почти отдельная кухня. Симис, бытовая техника. Столовая. Квадрат метра здесь 40-43 вместе с кухней. Угу. Выставил телевизор, кондиционер электро. Алюминиевый термопакет окна, смотрит на юго-восток. Хороший диван. Второй балкон. И вот. Какая красота, да? Огромная территория. Несколько блоков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь или восемь блоков. Или шесть. Фонтанчик работает, водопад. Вот. Там ресторан. Есть своя кладовка, также гараж. Как мне сказали, там горочки, второй бассейн наверху, три бассейна, теннисный корт, баскетбольная площадка, в том здании сауна, хамам, крытый бассейн, зона отдыха, игровая зона. Город в городке. Второй огромный балкон. Сквозная квартира, дорогие зрители, это очень важно тоже. Можете кондиционером не пользоваться, проветривать летом. Вот. Охрана, видеонаблюдение, 7 дней, 24 часа. Открытая парковка снаружи. Всю инфраструктуру может вам не показывать. Отсюда все видно. Вот. Видите, да? Я прогуляюсь. Рядом есть магазины вот за этим зданием. Прямо сеть магазинов BIM, сеть магазинов А101, еще какой-то супермаркет. И магазин хозтоваров, стройматериалов. Отсюда также можете к улице Ататюрка пройтись где-то 900 метров. 900-850 метров отсюда к Ататюрку. Там тоже вся инфраструктура для жизни. Своя природа, своя территория, свои муравьи и пчелки. Оглашу цену, дорогие зрители. 213 500 евро. Есть торг на 500 евро. 213 крайняя цена. Звоните и больше мне ничего об этом не говорите. Конкретно минимальная цена. А то я говорю цену, потом приходит торгуется. Я с таким людьми больше не хочу общаться. Заранее говорю. Говорите бюджет, нахожу вам квартиру. Я беру свою комиссию, так что я работаю по комиссии. С ценами не играюсь. И знаете, самые нормальные цены у кого? У мистер Агаси на этом рынке. Сигнал, мигнал давно давал, сейчас не буду никак сигнал давать напрямую. Ничего, не беспокойтесь, не бойтесь. Звоните мне, мистер Агаси вам поможет. Так, пойду-ка я вам покажу территорию. И познакомлю с кустами, с деревьями, то, что здесь выросло.
Идемте. Улыбайтесь. Итак, на этаже у нас две квартиры, лестничная площадка. Такой лифт вместим 4 человека. Здесь есть у нас пандус, а также мы можем спуститься на нижний этаж. Покажу два входа. Один отсюда. Вот. Спускайтесь вниз. Также у нас лифт спускается вниз. Так, спускаемся, видите, кладовки. У каждой квартиры своя. Не понял, гараж это или кладовка что-то сказал. Интернациональный проект. Красота. Про политику разговаривать не буду. Всем же ясно, что происходит. Поднимусь я наверх, не буду снимать людей. Покажу вам небо, а то скажут, почему меня снял, красавицу. Бабушки, да, в основном говорят. Смотрят на меня все, тапочкой ударят. Детская игровая площадка. Поднимемся и туда. Это второй бассейн, шучу. Граната на деревьях. Сейчас сорву один. Меня ждет. Вот. Все отдыхают. Детский бассейн, мостик, и там еще инфраструктура есть. Я же отдышался, тут не поправиться, тут только можно похудеть. Вроде все рассказал. Звоните, пишите по номеру +90 555 064 91 10. Найду несколько вариантов под ваш запрос, а остальное выбор за вами. В моих понятиях самый лучший район — это вдоль речки Дим, район Тосмор, так как там песчаный пляж. А Махмутнар тоже хороший район, но не люблю это. Всем пока-пока.